Ну что ж, как я и говорил, дорогие друзья, сегодня мы будем делать камушек, из которых потом можем целые каменья создавать. А вы меня спросите, почему мы так медленно идем? Почему не сразу взять остров и сделать остров? Да не умею я. Я учусь. Я вот сейчас создам камушек и вам покажу. Я посмотрел много-много видео, а ну там, ну так сложно все. Потом в конце нашел такое быстренькое создание камушков. А выглядит оно так. Мы удалили теперь этот кубик, выберем Shift A и выберем теперь вот такую сферу. Вот, да? Перейдем на один, вот так перейдем, так, и давайте мы выделим теперь тут все, перейдем в объект редактирования. Вот видите, у нас тут есть такие сразу же ранее, вот эти нам надо убрать, мы их выделим. Вот, мы их выделили. И теперь вот хитрая штука. Сейчас я вам включу ее. Так, где она? Вот. Чтобы вы запомнили. Так, в центр я поставлю. Вот. Так. Нет, в центр. Вот, в центр, да? Смотрите, вы нажимаете S, Z и 0. Что получилось? Сейчас я вам покажу, что получилось. Видите, мы получили плоскую поверхность там. То, что я и хотел. А дальше уже проще. Вот это главное меня больше всего поразило. Ну, как отрезать и в то же время еще получить плоскость? Оказывается, вот нажали эту комбинацию клавиш, и все нормально получается. Так, теперь опять на один выходим. Берем движение, move. И берем по Z и поднимаем вот так. Вот, хорошо. Вообще камень у нас часто бывает такой вытянутый, правильно? Поэтому мы берем S. Нет, тут пока оставим. Теперь мы возьмем и вот этот модус. И скажем S. Ну, по оси X. Вот. Вот такой камень сделаем. Да? Вот так уже более-менее, но мы его еще подровняем всяко разно. Каким образом? Мы сейчас перейдем опять в редактор. Так. Скажем, нам нужны вершины. Вот, выделяем вершину. А вот здесь включим вот этот пропорционал editing. Вот, так вот красненько, синенько, видите, включилось. Так, и теперь можем нажать G. И вот так приплюснуть. Если вы хотите сделать меньше, допустим, влияния, да, можете покрутить колесико и сделать так, как вам нужно. То есть мы выделяем G, видим круг, выделяем больше, тянем вот сюда, допустим, да, и делаем такой всяко разный, чтобы у нас, ну, не был, чтобы он уж очень пропорциональный, этого как раз мне не хочется. Так, они же разные камни, да? Впуклые, выпуклые. Вот эту часть мы сейчас сделаем с вами впуклые. Для этого F нажимаем, да? Так, ой, F, G. И вращаем колесико. Очень удобно, кстати. И вот заводим его вот сюда. Мы получаем такую каменюку. Можем здесь еще сделать так. То есть это уже зависит от вас, как вы хотите сделать эти камни. Понимаете? То есть вы можете менять им форму как угодно. И когда вы зайдете в объект, вот, вы увидите вполне приличный камушек, который вы можете делать больше этих камушков. То есть вот давайте мы сделаем Ctrl-D. Ой, Ctrl-D, Shift-D. Да? И сразу же S. Опа. И уменьшим его. Так. S по Иксу даст нам вот такой камень, который мы тут уже можем и пришпандорить. Г. Вот. Где-то тут. Ну, это надо вывести нам вот сюда. Вот так. Вот так вывести его на троечку и вытащить его оттуда. Где у нас? А, я его слепил уже. Это не надо было делать.
Ну, в общем, вы понимаете, что создав копию, отодвинув ее и нажав S, мы можем как угодно ее поворачивать, если мы нажмем. Да? То есть вот так, допустим, да, посмотрим сверху, как они выглядят. Так, вот мы этот камушек можем также подвинуть сюда поближе, допустим, да. Вот, посмотреть, как он с этой стороны выглядит, да, с этой стороны. Видим, что ерунда получилась, потому что надо нам это дело поднять. Так, и rotation сделать вот такой, допустим, rotation сделать. Вот. Ну или вот такой. Ну, забодался я уже с rotation, с этим, так. Вот так. Ну, то есть пристроить ему маленький камушек еще, да и все. Ну и тут, я говорю, целую кучу можно их всяких разных понаделать. Ну, по Y. Даже воткнуть его, ну, просто положим вот так. Вот, допустим, два камушка у нас вот таких получилось. Покрутил я его, а теперь назад не могу прикрутить. Как-то какая-то кнопка есть, конечно. Так, сейчас. Rotation опять. Вот так. Вот так мы справимся. Вот так лежит рядом с ним еще каменюка и камененок. Угу. Все. Теперь пойдем с этими каменюками пойдем вот сюда. Шейдинг. Вот они, наши каменюки. Скажем, нам нужен новый цвет. Мы не заморачиваемся пока. Делаем вот так. Вот так. Он похож больше на камушек. Вот так, такой, допустим, камушек, да? Отлично. Выделяем вот этот. Говорим ему этот материал. Прекрасненько. Идем опять out. Смотрим, как он у нас будет смотреться. Вот так он у нас будет смотреться. Вот такой камень как раз low poly. Мне нравится он. Вот. Ну а дальше вы знаете, как поступать. То есть view. Вот и сказали, что камера должна быть привязана к этим. Внутри мы будем ее регулировать. Так, на 0 нажмем, получим камушек здесь, да? Теперь мы можем его увеличить вот так. Так, вот такой камушек получился. Ну и, конечно, мы можем вращать, как удумку. Вот это же понятно, да? И теперь F12 и посмотрим. Вот такой. Если мы хотим его вырезанный, да, то мы пойдем с вами сейчас сюда. В камеру пойдем. Нажмем фильм. И здесь есть транспарент. Вот он стал транспарентом. Вот это в блендере великолепно сделано. Да. И вот я теперь пошел. Вот его. Спокойненько сразу же он почти получается, потому что у нас очень простой рендер, если мы поставим вот этот рендер, конечно, хотя смысла в этом я вообще не вижу, но в этом случае R12 он немножко дольше просчитает. А если бы у нас был фон, он бы сделал сразу и тень, конечно же, сделал нам какой-то там окклюжн, если бы мы захотели, то есть окружение. Ну, нас это сейчас не интересует. Главное, мы научились делать камушки, что нам в этом острове очень сильно пригодится. Нам там надо будет деревья, мы уже умеем, камни умеем. Так, что еще? Горы нам надо научиться делать. Ну, в следующий раз научимся, это точно. Да, до этого раза пока я с вами прощаюсь.